Самуил Маршак. Пожар. На площади базарной, на каланче пожарной, круглые сутки дозорные у будки, поглядывал вокруг, на север, на юг, на запад, на восток, не виден ли дымок. И если видел он пожар, плывущий дым угарный, он поднимал сигнальный шар над каланчой пожарной. И два шара, и три шара взвивались вверх бывало. И вот с пожарного двора команда выезжала. Тревожный звон будил народ, дрожала мостовая, и мчалась с грохотом вперед команда удалая. Теперь не надо каланчи, звони по телефону и о пожаре сообщи ближайшему району. Пусть помнит каждый гражданин пожарный номер 01. В районе есть бетонный дом в 3 этажа и выше, с большим двором и гаражом, и с вышкой на крыше. Сменяясь, в верхнем этаже пожарные сидят, и их машины в гараже мотором в дверь глядят. Чуть только ночью или днем дадут сигнал тревоги, лихой отряд борцов с огнем несется по дороге. Мать на рынок уходила, дочке Лене говорила: «Печку, Леночка, не тронь, жжется, Леночка, огонь». Только мать сошла с крылечка, Лена села перед печкой, в щелку красную глядит, а в печи огонь гудит. Приоткрыла дверцу Лена, соскочил огонь с полена, перед печкой выжег пол, влез со скатерти на стол, побежал по стульям с треском, вверх пополз по занавескам, стены дымом заволок, лижет пол и потолок. Но пожарные узнали, где горит, в каком квартале. Командир сигнал дает, и сейчас же в миг единый вырываются машины из распахнутых ворот. Вдаль несутся с гулким звоном, им в пути помехи нет, и сменяется зеленым перед ними красный свет. В 0 минут автомобили до пожара докатили. Встали строем у ворот, подключили шланг упругий, и, раздувшись от натуги, он забил, как пулемет. Заклубился дым угарный, гарью комната полна. На руках Кузьма пожарный вынес Лену из окна. Он, Кузьма, пожарный старый, 20 лет тушил пожары, 40 душ от смерти спас. Бился с пламенем не раз, ничего он не боится. Надевает рукавицы, смело лезет по стене. Каска светится в огне. Вдруг на крыше из-под балки чей-то крик раздался жалкий, и огню наперерез на чердак Кузьма полез. Сунул голову в окошко, поглядел, да это кошка. Пропадешь ты здесь в огне, полезай в карман ко мне. Широко бушует пламя, разметавшись языками, лижет ближние дома, отбивается Кузьма. Ищет в пламени дорогу, кличет младших на подмогу, и спешит к нему на зов 3 рослых молодцов. Топорами балки рушат, из бронзбойтов пламя тушат. Черным облаком густым вслед за ними вьется дым. Пламя ежится и злится, убегает, как лисица, а струя издалека гонит зверя с чердака. Вот уж бревна почернели, злой огонь шипит из щели. «Пощади меня, Кузьма, я не буду жечь дома». «Замолчи, огонь коварный», — говорит ему пожарный. «Покажу тебе Кузьму, посажу тебя в тюрьму. Оставайся только в печке, в старой лампе и на свечке». На панели перед домом стол и стулья и кровать. Отправляются к знакомым Лена с мамой ночевать.
Плачет девочка навзрыд, а Кузьма ей говорит: «Не зальешь огня слезами, мы водою тушим пламя. Будешь жить да поживать, только чур не поджигать. Вот тебе на память кошка, посуши ее немножко. Дело сделано, отбой». И опять по мостовой понеслись автомобили, затрубили, зазвонили. Едет лестница, насос, бьется пыль из-под колес. Вот Кузьма в помятой каске, голова его в повязке, лоб в крови, подбитый глаз, да ему не в первый раз. Поработал он недаром, славно справился с пожаром.